Мы решили побеседовать с организатором и судьей студенческой лиги Артемом Дригой. Здравствуй, Артем. Привет, Костя. Очень много претензий было после первых матчей к судейству. Что скажешь по этому поводу? Ну, что я могу сказать? Претензии были не у всех. Претензии были у команд, которые в основном проигрывали, проигрывали с большим счетом. Я считаю, что нужно играть в футбол, показывать достойную игру, а не на судейские ошибки смахивать все. Ошибки бывают у всех. Ошибки бывают в Аль-Классика и в Лиге Чемпионов. Поэтому претензии есть, мы с ними работаем, мы над собой работаем, разбираем свои ошибки, собираемся с судьями. Но ошибок не избежать. Еще один интересный вопрос. А судьи же тоже ставят на тотализаторе. Ты не ставишь на матчи, которые судишь? Ставлю, конечно, но я абсолютно непредвзято отношусь к командам. Я сужу и финейковские команды, хотя сам учусь в финейке. И, ну, никак не влияет. Иногда финейковцы жалуются, бывает всякое. Все, огромное спасибо.